Антон Николаевич Булгаков-человек. Ух ты, меня суд человеком признал, смотрите. Антон Николаевич Булгаков-человек. Ни один документ он меня не спрашивал, и я не показывал. Каким образом он установил мою личность, это вообще не, для меня до сих пор загадка. Судебного заседания, остались только административные ответчики. Ура! И о чем мне надо было? Дождаться, пока мне наркоту подбросить, что ли? Ой, ну вы хоть писать научитесь правильно-то, ё-моё. Подумаешь, на прокурора в суд подали. Не ахти себе, какое событие. Ну нет, и вот. Самопроизвольно покинул зал. Вот заявление о совершенном преступлении в отношении самого Шерстобитова. Он вообще должен был себе самоотвод заявить, так как он заинтересованное лицо. То есть он идет на крайние меры. Что такое крайние меры? Крайние методы действия. Но они вынуждены совершать новые правонарушения и преступления, чтобы прикрыть предыдущие. По сути, это экстремизм. Они нарушают законы, которые сами придумали. Кто может дать пояснение? Кто-кто? Да никто. Как они там репетировали-то, а? Ни разу я такого не видел. Вот так прокуратура трудится, во благо. Даже закон 59 ФЗ не нарушили. Мало того, что УПК РФ, приказы генерального прокурора уклонились от учета совершенных преступлений, перевели все в статус простых обращений согласно 59 ФЗ, так они еще и 59 ФЗ нарушили, то есть сроки рассмотрения обращений. Вот это вот все вот здесь вот в двух строчках записано. Вы видите? Я не вижу. А они видят. За счет укрывательства совершенных преступлений они улучшают статистику и тем самым зарабатывают себе новые звездочки. Заведомо не усматриваются признаки какого-либо преступления. Заведомо не усматриваются. Шерстобитов, ты вообще что тут написал? Ты сам-то понял, нет? Проверки по доводам заявителя. Я не могу. Всем привет. В этом видео рассмотрим протокол второго судебного заседания по суду над прокурорами. Это заседание они перевели в закрытый режим и 78 дней сочиняли протокол. Данный протокол был предоставлен через систему ГАЗ-правосудия, прикреплен в разделе «Документы по делу». Заседание состоялось 28 ноября, а протокол загружен 13 февраля. 14 февраля я только получил письмо от Кузнецова. Почему-то мне этот протокол прислал председатель Сургутского городского суда. А куда Шерстобитов делся? В общем, 14.02.2020 председатель Сургутского городского суда Кузнецов соизволил спустя 78 дней после судебного заседания, незаконно переведенного в закрытый режим, прислать письменный протокол без печати и росписи, хотя, по идее, это должен был сделать якобы судья Шерстобитов. Куда его дели, непонятно. Может быть, в отпуск отправили. Аудиопротокол, естественно, не приложили. В общем, прочитав данный протокол шедевра, я, конечно, обсмеялся, оборжался, но пришел к выводу, что они втроем, Лукьянов, Ширяева и Шерстобитов, втроем, либо вчетвером вместе с секретарем недавно собирались в одном месте и специально по данному протоколу записали новый аудиопротокол. Между собойчик с зачиткой по бумажке. Ну, прям целый сценарий у них получился. Так, обязательно будем истребовать этот шедевр в аудиопротоколе, в виде аудиопротокола. Далее они склеят аудиопротокол от 28 ноября 2019 до моего вынужденного ухода из-за угроз и новый аудиопротокол, который они сочиняли 78 дней. Ну, это мое предположение. Вот письмо Кузнецова без исполнителя. А вот мой затреб предоставить все материалы дела через ГАЗ правосудия. Обратите внимание, я его направил 9 декабря. С тех пор прошло примерно 70 дней. Вот требую через ГАЗ правосудия и с письменным, и с аудиопротоколом предоставить. А предоставили только 14 февраля. В общем, вот он этот протокол сочинения. Тут мы видим, что судебное заседание открыто в 16.53. В принципе, это совпадает с нашими данными. То есть, они подтверждают, что Шерстобитов и все другие участники опоздали на 22 минуты как минимум. Так, время 16.49. Ни судьи, ни прокурора, ни секретаря нету в зале. Так, читаем. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа Югры в составе председательствующего Шерстобитов О.В. при помощнике судьи Киржанове К. с участием административного истца Булгакова Антона Николаевича. Открываем решение Шерстобитова от 28 ноября. Тут он противоречит сам себе. Согласно законодательству, в решении вот в этой шапке должно быть указано, кто присутствовал. Как видите, тут Антон Николаевич Булгаков отсутствует, то есть меня вообще в деле не было. Рассмотрев в закрытом судебном заседании административное дело по административному иску, исковому заявлению Булгакова Антона Николаевича,
А дальше он пишет. В судебном процессе административный истец Булгаков Антон Николаевич не участвовал. А тут пишет с участием. Так участвовал или не участвовал? Я-то точно знаю, что я участвовал. Вот я на видео тут есть. Так, далее. Административных ответчиков, председатели представители прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа Ширяевой, заместителя прокурора города Сургута Лукьянов А.Н. Так, помещение Сургутского городского суда. А, кстати, кабинет не указывается. Где, в каком кабинете проходил? В помещении Сургутского городского суда. Рассматривает в открытом судебном заседании в порядке административного судебного производства дело по административному иску Булгакова Антона Николаевича к прокурору города Сургут Балину Л.А., прокурору ХМАО Югры Ботвинкину Е.Б. о признании действий и бездействий прокурора города Сургут Балина Л.А. незаконными. Так, рассмотрение дела записывается при помощи системы технической фиксации судебного процесса СРС ФЕМИДа. Председательствующий объявляет, какое дело подлежит разбирательству. Перед началом судебного заседания помощник судьи произвел проверку технического состояния аппаратуры. Ну, то есть запись есть, обязательно будем ее требовать. Помощник судьи докладывает о явке лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, сообщает о причинах неявки отсутствующих. А отсутствующих не было, все пришли во второй раз. Это в первый раз, на первом заседании ни Балин, ни его представитель не пришли. Так, в судебное заседание явились административный истец. О, опять явились. Тут явились, а тут в судебном процессе административный истец не участвовал. Так, административные ответчики представители прокуратуры ХМАО Ширяева И.П., заместитель прокурора города Сургут Лукьянов А.Н., председательствующий судья, знакомит всех присутствующих с регламентом судебного заседания, разъясняет положение статьи 144 КАС РФ. Не было такого. Есть наша аудиозапись, где вот этого не было. Уже есть разногласия между письменным и аудиопротоколом. Однозначно. Председательствующий устанавливает личность административного истца. Антон Николаевич Булгаков тире человек. Ух ты, меня суд человеком признал, смотрите. Антон Николаевич Булгаков тире человек. А вот год рождения я ему не называл. Что я уроженец города Казань, тоже не называл. Что я проживающий по такому-то адресу, тоже не называл. Вот смотрите, как Лукьянов удостоверил свою личность. Предоставил удостоверение, какие-то бумаги непонятные, мне их не показали. А Шерстобитов на них посмотрел буквально ровно 2 секунды и принял их. И то же самое с документами Ширяеве. Я бы хотел получить копию. А, вот это моя фраза, что я хочу получить копию этих документов. В протоколе нету этих слов. Это вот на этом этапе все происходит. Я вам естественно замечание первый раз делаю. О, он сделал замечание мне, истцу. А эти данные в протокол не внесены. Ведет судебное заседание, председатель все и суда. Все вопросы задают по форму. А если вы хотите какую-то реплику с ним задать, то надо разрешение спросить. Помощник прокурора города Сургута Ширяева Ирина Петровна по доверенности от прокурора округа, доверенность номер 71 от 28 ноября 2019 года. То же самое, Шерстобитов смотрит ровно 2 секунды на ее документы. Оригинал копия для исключения. Антон Николаевич Булгаков, человек. Вот я представился. Я Антон Николаевич Булгаков, человек. Смотрим протокол. Антон Николаевич Булгаков, человек. На юридическом языке вот это не равно вот этому. В паспорте написано не Антон Николаевич Булгаков, а написано Булгаков Антон Николаевич, причем капслоком. Персона – это не человек. Вот эта персона, а я представился человеком. Вот он, Шерстобитов говорит, личность установлена, имеется копия паспорта. То есть он по копии паспорта установил мою личность. Хотя я выгляжу совершенно по-другому, нежели в копии паспорта. Вот еще вопрос, откуда у них копия паспорта моя, хотя я им не разрешал и никогда не давал свой паспорт в руки. Вот фото из моего паспорта, вот так я выглянул на суде. Совершенно один человек, да? Кстати, ни на первом, ни на втором судебном заседании я не показывал ни один документ. У меня были с собой паспорт Российской Федерации, удостоверение журналиста и удостоверение инспектора общественного движения по борьбе с коррупцией. Ни один документ он меня не спрашивал, и я не показывал. Каким образом он установил мою личность, это вообще не, для меня до сих пор загадка. Председательствующий, а вот и порядок нарушен. Он сначала установил личности ответчиков, административных ответчиков, а потом только у меня спросил, вы кто?
прокурора округа, доверенность номер 71 от 28 ноября 2019 года. Оригинал копия для сличения. Ну, он сказал, естественно, представьтесь. Антон Николаевич Булгаков, человек. Антон Николаевич Булгаков, человек. Личности ответчиков он тоже странным образом удостоверяет. То есть он вообще вот этих данных всех не произносил. Так, председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в судебном заседании в качестве секретаря судебного заседания, прокурора, представителя административного лица, административного ответчика. Нет. Председательствующий разъясняет лицам в соответствии со статьей 153 КАС РФ, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности, а сторонам также их права, предусмотренные статьей 45-46 КАС РФ. Это опять разногласие с аудиопротоколом, с тем, что было на самом деле. Вот он мне задает вопрос. Нет. Да, ваша честь. То есть вот этих моих слов, что права понятны, я сказал нет. Их тоже нет в протоколе. То есть права он мне вообще никакие не разъяснил. Так, представителем прокурора Ширяевой заявлено ходатайство. Ну, давайте включу и будем слушать, что она говорит. У нас ходатайство, ваша честь. Изучением административно-искового заявления ИСЦА установлено, что в нем затрагиваются вопросы законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, одним из доводов ИСЦА является нарушение закона при принудительной гостиной. Все, уже разногласия пошли. То есть вот с этого момента пошли разногласия. Слушаем дальше. Деятельности. Кроме того, одним из доводов ИСА является нарушение закона при принудительной госпитализации, поэтому частью 2 статьи 11 Кодекса об административном судопроизводстве Российской Федерации предусмотрено. В ее речи вообще вот этой части нет. Это приписка. Кроме того, одним из доводов ИСА является нарушение закона при принудительной госпитализации, поэтому частью 2 статьи 11 Кодекса об административном судопроизводстве Российской Федерации предусмотрено. Видим, да? Вот этой части тоже нету в ее речи. Это приписка. Поэтому частью 2 статьи 11 Кодекса об административном судопроизводстве Российской Федерации предусмотрено. Проведение разбирательства административных дел в закрытом судебном заседании осуществляется в случае, если материал рассматриваемого административного дела содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. Разбирательство в закрытом судебном заседании допускается также в случае удовлетворение ходатайства лица, участвующего в деле, ссылающего на необходимость сохраняемой тайны. Ввиду того, что при рассмотрении данного администрации... Вот еще одна приписка. На необходимость сохраняемой тайны, она сказала. А тут идет сохранение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, не содержащейся в административном деле сведений конфиденциального характера на неприкосновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение. Ну, короче, она свой собственный закон придумала. Видоизменила за этот статью 11 КАС РФ. Удовлетворение ходатайства лица, участвующего в деле, ссылающего на необходимость сохраняемой тайны. Ввиду того, что при рассмотрении данного административного дела предполагается, не исключается, что в судебном заседании могут быть рассмотрены материалы обращений, а также иные материалы оперативно-розыскных дел и материалов, а также материалы, в которых содержится иная охраняемая законом тайна и персональные данные истца. Вот этих слов вообще нет в протоколе. С учетом вышеизложенного, руководствуясь частью 2 статьи 11 Кодекса об административном судопроизводстве, прошу разбирательства настоящего административного дела провести в закрытом судебном заседании. Все, ваша честь. Поддерживаю. То есть, сами видите, да, сколько разногласий. Так, дальше он спрашивает Лукьянова. Тот говорит... Поддерживаю в полном объеме. Лукьянов говорит дословно, поддерживаю в полном объеме. Они пишут, полностью поддерживаю. Тоже разногласие. Вопрос. Истец, поддерживаете ходатайство? На самом деле вопрос звучал просто. Истец. Вот это лишняя приписка. Тоже расхождение. А вот мою фразу они четко переписали. То есть они даже не удосужились вот это видео посмотреть. Оно было размещено в тот же день. То есть 78 дней вот это видео было у них доступно. Пожалуйста, смотрите. С моего аудиопротокола хотя бы запишите, составьте этот протокол письменный, правильно? Нет, они вот свое что-то сочиняли.
Возражаю и протестую. Вы нарушаете мое право на защиту. Я даю свое добровольное согласие на разглашение всех моих данных, персональных и в том числе врачебной тайны. Тут тоже разногласия. Вот тут после слова «даю» я говорю свое добровольное согласие. То есть тоже и букву «и» пропустили. Это о чем говорит? Что ну, полнейшее разногласие. В любом случае, подобное ходатайство разрешается в совещательной комнате. Суд должен разрешить. Так, председательствующий разъясняет сторонам, что в любом случае ходатайство должно быть разрешено по существу и разрешается оно с удалением в совещательную комнату. Ну, примерно совпадает. Суд удаляется в совещательную комнату для разрешения ходатайства. В протоколе нет слов о том, что судья мне сказал, что нужно вставать. Это ходатайство по существу. Ну, позицию суд удаляется в совещательную комнату для разрешения ходатайства прокуратуры. Вот тут он говорит, вставать нужно. Что? Вставать нужно, когда суд приходит. Хорошо. Что вставать нужно? Ну, в общем, я так и не вставал, но этих слов нету в протоколе. Так, суд удаляется в совещательную комнату, 17.03, в 17.10 возвращается, оглашает определение, определением 28 ноября. Ходатайство представлено, рассмотрение дела административного заявления, так, о признании решения административного ответчика незаконным в закрытом судебном заседании подлежит удовлетворению. Вот они приходят, тихо-тихо шепотом Шестобитов зачитывает решение. Я произношу реплику, которая тоже не вошла в протокол. Освобождайте зал. Разрешите мне зачитать ходатайство. Вот я требую разрешить мне зачитать ходатайство. То есть они ходатайство ответчика выслушали, а мне не удалось ни одного ходатайства зачитать. Мне не давали слова. Наши ходатайства будут выслушаны. Они не касаются тайны. Все выйдут из зала. А, вот он сказал, что ваши ходатайства будут выслушаны в закрытом режиме. Освобождаем зал. Вы ходатайство даже не заслушали с второй стороны. Вы еще раз повторяю. Освобождаем зал. Почему такое неравноправие? Ну, а дальше начинается полный беспредел. Женщина скидывает со скамеек, за руки выводит их. Меня тоже выгоняют из зала. При этом два прокурора стоят и ничего и бездействуют. Смотрят за всем этим. Напомню, апелляционный суд... От 28 января 2020 года, вот оно это определение, полностью в полном объеме отменила решение Шерстобитова и не нашла оснований, предусмотренных частью 2 статьи 11 КАС РФ, для рассмотрения дела в закрытом судебном заседании. Это о чем говорит? Что Ширяева не соответствует занимаемой должности, потому что считает, что основания есть. Судья тоже не соответствует своей должности, потому что считает, что тоже основания есть и вынес незаконное определение. О переводе в закрытый режим. Судебные приставы исполняли преступный приказ, преступное определение Шестобитова. И мало того, что исполняли, так еще и скидывали женщин со скамеек, то есть превышали должностные полномочия. Так, а дальше начинается самое интересное. Вот я предполагаю, что они даже это не сидели там, а просто разошлись. Они посчитали, что это их победа. Скорее всего, они собирались недавно втроем и специально записали новый аудиопротокол, чтобы он хоть как-то соответствовал вот этой части. Ну, читаем, что они тут насочиняли. Так, в судебном процессе административный истец не участвовал. Так участвовал или не участвовал? То участвовал, то не участвовал. Покинул без уважительной причины судебное заседание. Ну, ничего себе, если при вас скидывают женщин со скамеек, говорят выключить все телефоны и говорят вообще покиньте зал. Ну, то есть уже незаконные действия совершают. При этом у каждого судебного пристава значки затерты до неузнаваемости. То есть невозможно прочитать. Они не представляются, ничего не говорят. Просто какие-то некие люди в черной форме, со спецсредствами, там, с наручниками, просто скидывают женщин со скамеек. Ну, смысл там оставаться? Я там останусь, мне ничего не подкинут или подерутся между собой. Вообще не было смысла оставаться. Я покинул зал под угрозой своей свободе, жизни и здоровью. Судом ставится вопрос о возможности проведения судебного заседания в отсутствии административного истца.
Вопрос представителям ответчика. Считаете ли возможным провести судебное заседание в отсутствии административного истца? Ответ представителя прокуратуры города Сургут. Считаю возможным. Лукьянов, считаю возможным. Ширяева, считаю возможным. Ну, значит, это как получается? Вот на первое заседание не явился прокурор Балин и не прислал ни одного представителя. А, значит, в отсутствии главного ответчика нельзя проводить судебное заседание, а в отсутствии истца можно. Суд на месте определил. Оснований для отложения судебного разбирательства дела не имеется. Административное дело судом рассматривается в отсутствии административного истца. Не вынес определение, а на месте определил. Так, на глазок, без вынесения определения. Устанавливается порядок исследования доказательств. Так, судом, интересно, вот что они там исследовали, если все мои 19 ходатайств не были рассмотрены и не были приобщены к материалам дела. Так, судом предложен следующий порядок. Огласить заявление, заслушать, какое заявление? Исковое, что ли? Заслушать явившихся участников процесса, изучить материалы дела, заслушать дополнение по доказательствам, разрешить имеющиеся ходатайство участников процесса, после чего решить вопрос о возможности закончить рассмотрение дела по существу и перейти к заслушиванию судебных прений. Так, в судебном заседании остались только административные ответчики. Ура! Так, истец покинул зал судебного заседания самостоятельно, не пожелал участвовать в судебном заседании. Нифига себе. А что мне надо было? Дождаться, пока мне наркоту подбросить, что ли? Поэтому ставится вопрос о возможности рассмотрения административного дела в отсутствии административного истца. Возражений нет. Ну, конечно, нет. Че? Давайте сами порешаем. Давайте. Как говорится, суд на месте определил. Возражений нет. Ну, как они сами себе могут возражать? Так, суд переходит к рассмотрению дела по существу. Председательствующий рассматривает. Суд переходит к рассмотрению дела по существу. Ура! Наконец-то Булгакова нет, можем без него рассмотреть. Так, председательствующий рассматривает ходатайства, которые были направлены в суд для разрешения ходатайства о участии в судебном заседании телекомпании «Сургутинформ». Ой, ну вы хоть писать научитесь правильно-то, ё-моё. Нет такой телекомпании «Сургутинформ». Есть «Сургутинформ ТВ». Они не явились в судебное заседание, поэтому, ну, естественно, не явились. Вот что тут? Как такое можно освещать? Подумаешь, на прокурора в суд подали. Не ахти себе, какое событие. Поэтому ходатайство остается без рассмотрения. Кроме того, были, ну, что не явились. Обязаны были рассмотреть, даже если не явились. И письменное определение должны были вынести. Кроме того, были представлены ходатайства о приобщении доказательств к материалам дела от Булгакова. Поскольку истец судебное заседание не присутствует, самопроизвольно покинул зал судебного заседания, его ходатайства остаются без рассмотрения. То есть ни одно ходатайство со стороны третьих лиц и истца не рассмотрено. Вот такую таблицу я составил. Это значит вторая апелляция моя дополнительная, которую я составил вслепую. И здесь я рассматриваю каждое ходатайство. Номер входящего, дата входящего, само ходатайство, о чем ходатайство коротко, и приобщено ли оно к материалам дела. Количество страниц приложений и всего сколько страниц. То есть мое объяснение, ввиду моего отсутствия, они не приложили. Вот где отказано, это Шерстобитов отказал. А вот эти, где нет, это значит либо Шерстнев, либо Кузнецов, то есть это председатель суда и его зам, рассмотрели как простые обращения. Все отказано. Истребовать выписки журнала корреспонденции ИСОП. Ну давайте всех зачитаю. Так, объяснение истца на 38 страниц не приложили. Итак, ходатайство о ведении аудиопротокола, о ведении письменного протокола, о видеофиксации. Истребовать все обращения за определенный период. Вызвать свидетелей Балина и Ботвинкина тоже завернули. Истребовать все выписки из прокуратуры города Сургут завернули. Так, истребовать выписки из журнала корреспонденции и СОП Шерстобитов не рассматривал ввиду моего отсутствия. Истребовать историю отправления из почтампа, то есть доказательство, что мне хоть что-то направлялось со стороны прокуратуры, тоже отказано. Приобщить мои 13 обращений, на которые мне ответили одной отпиской, тоже отказано. Приобщить жалобу на Балина тоже отказано.
с требованием его уволить вообще за нарушение присяги и там много у него и приказов Генеральной прокуратуры, и законов и так далее. То есть он не соответствует своей занимаемой должности. Так, и с требованием материала проверки из прокуратур тоже отказано. Приобщить обращение в прокуратуру отказано. Наложить штраф на Балина ввиду его неявки без уважительной причины тоже отказано. Истребовать причину неявки Балина отказано. Истребовать должностные инструкции прокуроров завернули. Истребовать полномочия Ширяевой завернули. Приобщить жалобу на Кузнецова завернули. И отвод 3 декабря я подал отвод на Шерстобитова ввиду его личной заинтересованности в рассмотрении материалов дела. Потому что одна из жалоб из 13, она как раз касается совершенных преступлений самого Шерстобитова. Вот эти 13 обращений, которые я требовал приобщить, это заявление о совершенном преступлении в отношении Шерстобитова, то есть Шерстобитов, я сообщаю о наличии признаков преступления в действиях Шерстобитова. Естественно, он вот в этом протоколе, вот в этом письменном протоколе вообще про себя ни слова не сказал, что против него тут тоже есть заявление о совершенном преступлении. Тут все замешаны, и Бабушкин, и Русин, и Лавыгин, и Новиков, и эти сотрудники МЧС, которые мне дверь взламывали, и Ерохов с Русиным, как их взаимосвязь. И Бабушкин старший, и младший, и Шерстобитов, и начальник полиции, и судьи, короче, и этот следователь Следственного комитета Осмолов, что он незаконно отказывает возбуждение уголовного дела. Это вот все должно было быть рассмотрено в суде. Это все преступление. Они занимаются укрывательством. Они взяли, Шерстобитов взял, написал, что ну, поскольку истец в судебном заседании не присутствует, нету его тут. Самопроизвольно покинул зал. Напоминает фразу «самопроизвольное возгорание». Взялся сам по себе и покинул зал. Просто так, ни с того ни с сего. Его ходатайство остается без рассмотрения. А по идее он должен был вынести определение. Это все равно, что, знаете, вот, допустим, берем любое судебное заседание, какой-то человек подает там через канцелярию, что где есть ходатайств, но ввиду того, что он там, допустим, заболел, он написал, что вынужден отсутствовать. А судья берет и говорит, ну так как он не явился, ну он сам заболел. Ну так как он не явился, мы его ходатайство вообще не будем рассматривать. И даже определение не вынесем. Нормально? Так, суд оглашает административный иск административного истца. Истец ссылается... Так, ну иск сами почитайте, там все понятно. Там я говорю именно о том, что, чтобы вы понимали суть иска в двух словах. Вот эта стопка находится только в Следственном комитете Сургута. В прокуратуре в 5 раз больше. Это старая фотография, ей уже 3 или 4 месяца. Соответственно, данная стопка, если взять прокуратуру города, только прокуратуру города Сургут и только Следственный комитет города Сургут, то стопка наших заявлений о совершенных преступлениях уже давно перевалила высоту выше моего роста. Это 180 сантиметров. То есть где-то 2 метра вот такая стопка. Это все заявления о совершенных преступлениях. Они ни в какую, в упор не видят ни одного признака совершенного преступления и рассматривают все эти заявления о совершенных преступлениях как простые обращения. Я им говорю, смотрите, вот все признаки совершенных преступлений. А они делают отписки в Следственный комитет, в МВД, что просим рассмотреть обращение, простое обращение, что типа там, знаете, ну погода плохая. Ответьте что-нибудь там, не знаю. То есть они прямым образом уклоняются от учета совершенных преступлений. Это, по сути, должностные преступления, которые должны быть уголовно наказуемы. А они все пытаются представить так, что типа я жалуюсь, что меня не удовлетворяет этот ответ прокурора. Они частично зачитывают мой иск, который... У меня иск представлен на 12 страницах. Можете почитать, я все документы приложу к этому видео. Можете сами открыть вот эти все 13 обращений, которые они рассматривают в порядке 59 ФЗ, как простые обращения. И можете почитать, что это все уголовное, все это касается уголовно-процессуального права, то есть преступления. Вот заявление о совершенном преступлении в отношении самого Шерстобитова. Он вообще должен был себе самоотвод заявить, так как он заинтересованное лицо. И вот в принципе, смотрите, что происходит. Самый главный вывод, который я сделал, что по сути Шерстобитов, ну и все сопутствующие, участвующие лица, они, по сути, идут на крайние меры. Шерстобитов прекрасно осознавал, что он выносит противозаконные
решение, утаивает, не нарушает все, тоже все законы, то есть он должен был самоотвод себе заявить, потому что он заинтересованное лицо. Он этого не делает. Он прекрасно осознает этого и идет на противозаконные действия. То есть нарушает законы, все нормативные правовые акты. То есть он идет на крайние меры. Что такое крайние меры? Крайние методы действий. То есть они прекрасно осознают, что они своими действиями нарушают закон, но они вынуждены совершать новые правонарушения и преступления, чтобы прикрыть предыдущие. По сути, это экстремизм. Они нарушают законы, которые сами придумали. Так как административного истца нет, ушел, удалился самостоятельно из зала судебного заседания, кто может дать пояснение? Кто-кто? Да никто. Слово предоставляется заместителю прокурора города Сургут Лукьянову А.Н. Слово предоставляется заместителю прокурора города Сургута Лукьянову А.Н. Как они там репетировали-то, а? Изучив административное исковое заявление истца, изучив его доводы, кратко останавливаюсь на каждом из них. Истцом, в частности, обжаловался ответ прокуратуры города на 6 обращений, поступивших в прокуратуру города в период такой-то. В прокуратуру города поступило 6 обращений. Булгаков, все не поступили от одного заявителя. То есть это административный истец. Доводы обращений ранее проверялись. Так в том-то и дело, что вы их проверяли как простые обращения, а не как заявления о совершенных преступлениях. По неоднократным жалобам истца проверки проведены в полном объеме. А где постановление об отказе возбуждения уголовного дела? Нету ни одного постановления. И своевременно направленные ответы. Ни уведомлений. Вот тут я все расписываю. Все 13 обращений, из них 11 в порядке статьи 124 УПК РФ и 2 обращения о совершенных преступлениях в порядке 141 УПК РФ, рассмотрены как простые обращения в порядке 59 ФЗ. Ни одного уведомления о продлении сроков рассмотрения не направлялось. Ни одного постановления о полном или частичном удовлетворении жалобы, либо об отказе в ее удовлетворении по обращениям 1-11 в порядке 124 заявителю не направлялось. Ни одного уведомления о продлении сроков рассмотрения по обращениям 12-13 в порядке статьи 141 УПК заявителю не направлялось. Ни одного постановления об отказе возбуждения уголовного дела по обращениям 12-13 в порядке УПК 141 заявителю не направлялось. Ни одного решения о возбуждении уголовного дела не направлялось. Ни одного уведомления о невозможности разрешения обращения предложением восполнить недостающие данные тоже не направлялось. Тем самым прокурор города Сургута грубо и систематически нарушает действующее законодательство и приказы генерального прокурора. Так, разъяснен порядок их обжалования. Коротко остановились на каждом из обращений. Ну, тут полная фигня. Направлялись ответы, разъяснен порядок. Ну, короче, типа я об одном и том же пишу, якобы. В адрес Булгакова были направлены многочисленные мотивированные ответы, копии которых я предоставлю в распоряжение суда. Предоставлю, а не предоставил. Даже ни один документ не приложили к материалам дела. Кроме того, по всем указанным фактам, по инициативе прокурора города организованы доследственные проверки в порядке, предусмотренным 144-145 УПК РФ. Но это ложь. Вот так должно выглядеть уведомление на заявление о совершенном преступлении. То есть номер регистрации должен быть содержать буквы КП. Вот тут мы видим, да, КП. Это вот образец. Я вот такого уведомления ни разу не видел. Не присылаясь буковкой «Р», то есть как простое обращение. А должно быть вот так. Направляем вам заявление для организации проведения проверки в порядке статьи 144-145 и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Ни разу я такого не видел. Вот пример. Недавно мне прислали из прокуратуры ХМАО. Рыжов ответил. В соответствии с приказом 45 для рассмотрения по существу направить 5 обращений. Какие 5? Какие номера? Ничего не сообщается. Буковка «Р», то есть зарегистрировано как простое обращение. А я вычислил все эти 5 обращений. Там сплошные заявления о совершенных преступлениях УПК 141 и жалобы в порядке 124 УПК. Тоже должны быть это, номер КУС присвоен. Они номер КУС не сообщают. Тему обращения не сообщают. Ни дату, ни номер исходящего. Даже количество листов не указывают. То есть ничего не отправили, получается, прокурору города Сургут. А тот, естественно, получит простое обращение. Приказ выше рассмотреть как простое обращение. Будем рассматривать как простое обращение. При этом звонишь исполнителю, они там всячески сопротивляются, ничего не сообщают, никакие данные. Вот так прокуратура трудится во благо. О результатах которой также прокуратура
структурой города сообщалось Булгакову, причем неоднократно. Так а где сообщалось? Покажите мне хоть одно сообщение. Докажите, где доказательства? Это все слова. Где доказательства? Где постановление об отказе возбуждения уголовного дела? Если проводилась проверка в порядке УПК статьи 144-145, то результатом обязательно должно быть постановление об отказе, либо возбуждении уголовного дела. Так, 23 сентября поступило новое обращение Булгакова, содержащее аналогичные доводы. Ну это чушь, смысл отправлять постоянно вам одно и то же. Я привожу каждый раз новые доводы, новые заявления о совершенных преступлениях. Как может пачка высотой выше моего роста в 2 метра содержать одно и то же постоянно? А, вот интересно. Так, 9 октября поступило еще одно обращение Булгакова. В нем он выражал несогласие с действиями начальника МВД России по городу Сургут по рассмотрению его обращения в порядке ФЗ-59. Это вообще ложь. Это было не просто обращение, это было заявление о совершенном преступлении в порядке статьи 141 УПК РФ. Тут я конкретно говорю, что Кондрашов совершил должностное преступление, превысил свои должностные полномочия. Таким образом, в действиях Кондрашова усматриваются признаки состава преступления. Требую организовать проверку в порядке 144-145 УПК РФ в отношении Кондрашова, так как он сделал приписку к закону. Вот он написал: обследование зданий сооружений участков и транспортных средств. А вот эта строка из закона, а вот это он сам дописал к закону, в том числе жилого помещения. Тем самым он прикрывает незаконные действия по проникновению в мою квартиру. Меня, по сути, ограбили незаконно, с участием ОМОНа и сотрудников отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом. А они пишут: обращение в порядке 59 ФЗ. Незаконное проведение разыскных мероприятий, по данному факту прокуратуры города проведена проверка. Так если проведена проверка, где постановление об отказе в возбуждении уголовного дела? Где? Где доказательства, что вы его мне направляли? В ответе, который приложил истец к своему исковому заявлению, данный ответ приложен нарушений в действиях начальника МВД России по городу Сургут Кондрашова прокуратуры города не выявлено. Ну как-то не выявлено. Вот факт налицо. Сделал приписку к закону. Превысил должностные полномочия. Он что, является законодательным органом, что ли? Он имеет право свои законы собственные придумывать. В пункте 8 статьи 6 ФЗ об РД нету такой, вот этих слов нету. Он сам приписал. Об этом также сообщено в установленном законном порядке заявителю, разъяснен порядок обжалования. Да мне не нужны ваши сообщения, нужны уголовные дела. Это не мне нужно, это по закону положено. Вы сами нарушаете свои законы. Данные обращения рассмотрены совместно, поскольку они поступили в период 30-суточного срока. По ним проводилась проверка. 30-суточный срок выпадал на 12 октября. Но тут они оправдываются, что они на 6 обращений сразу ответили. То есть я им за этот период подал 13 обращений. Они выбрали из них 6 и ответили на них одной отпиской. Вот так эта отписка выглядит. Опять же, рассмотрели как простую жалобу G220G-2018. Хотя вот это все, это жалобы в порядке УПК 124 и УПК 141. Опять переводят это, уклоняются от учета совершенных преступлений. Нарушение требований закона не допущено. Никаких мотивов они не сообщают. Они не пишут, что мы дал мотивированный ответ. Но даже учитывая, что они рассмотрели все мои 13 обращений в порядке 59 ФЗ, они нарушили 30-дневный срок рассмотрения обращений. Даже закон 59 ФЗ они нарушили. Мало того, что УПК РФ, приказы генерального прокурора, уклонились от учета совершенных преступлений, перевели все в статус простых обращений согласно 59 ФЗ, так они еще и 59 ФЗ нарушили, то есть сроки рассмотрения обращений. И вот тут пытаются оправдаться. Вот тут Ширяева пишет, что нарушений ни федерального закона на 59 ФЗ разрешение жалобы и обращения граждан, ни инструкция о порядке рассмотрения обращения приема граждан в органы прокуратуры Российской Федерации нарушений не имеется. Открываем консультант, приказ прокуратуры номер 45. Тут написано четко, пункт 2.2. Поступившие в органы прокуратуры сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях подлежат учету и рассматриваются в порядке, установленным соответствующим приказом номер 212. Открываем приказ 212 прокуратуры. Приказ 212 о порядке учета и рассмотрения сообщений о преступлениях. Я сообщаю именно о преступлении, о наличии всех признаков совершенных преступлений. Они обязаны незамедлительно фиксировать в книге учета сообщения о преступлении, то есть присваивать номер
каждое уведомление, соответственно, будет с буквами КП. А сами сообщения безотлагательно передавать в орган, уполномоченный рассматривать их в соответствии со статьей 144-151 УПК РФ. Они их как простые обращения. Вот там что-то Булгаков опять что-то жалуется, что-то нам сообщил, непонятно что. Но признаков там преступления они не усматривают вообще, впрямую не видят. Хотя я им конкретно пишу, что требую рассмотреть именно как сообщение о совершенном преступлении. Потому что присутствуют все признаки о совершенных преступлениях. Получается, в городе Сургуте книга учета сообщений о преступлениях, она там не достает наших обращений высотой с мой рост. Пустая книга у вас получается, даже выше моего роста. Так что Ширяева тут что нарушений не имеет. Все обращения разрешены в срок, установлены законом, по ним ранее давались мотивированные ответы. Да не нужны мне ваши ответы. Вы должны были провести проверку в порядке 144-145 УПК РФ. А то, что последним ответом он поясняет то, что оно не мотивировано, кто оно не мотивирован. Однако инструкции о порядке рассмотрения жалоб и обращений граждан предусмотрено, что если ранее по данным доводам обращение уже рассматривалось такое, в ответе дается ссылка на то, что ранее уже предоставлялся ответ. То есть они все переводят в то, что типа ранее мы уже рассматривали все эти ваши сообщения, и что типа вы нам ничего нового не сообщаете. Поэтому все ответы были мотивированы и полноценны. Что это за новое определение, полноценный ответ? Вот вам пример мотивированного и полноценного ответа. По результатам рассмотрения обращения 200 сотрудников Сургута нарушений не установлено. Это и есть ваш полноценный ответ в две строчки. Мотивированный, полноценный. То есть вот тут прям я вижу, прям тут, прям в этой строчке вшито штук 20 где-то ссылок на законы, опрос свидетелей, прям я вижу тут это. При общении, изучение доказательств, там видео, там аудио, изъятие этих видеозаписей с камер наблюдения. Вот это вот все вот здесь вот в двух строчках записано. Вы видите? Я не вижу. А они видят. А по законодательству должно быть определение об отказе в возбуждении уголовного дела. Вот вам пример. Полноценный ответ. Якобы полноценный, в кавычках, конечно. Во, смотрите, как прокурор города Сургут отвечает. Без исходящего номера, без даты. Единственное, что он указал, количество листов. Направляю для рассмотрения по существу обращение. Не заявление о совершенном преступлении, а обращение. Ну как может быть обращение на 55 листов? Я им там все доказательства прикладываю, все документы. Они приводят простое обращение. Но больше всех превзошел в этом плане Следственный комитет города Сургут. Это у нас Евдокимов. Он раньше был прикомандирован из ХМАО, а теперь он стал заместителем руководителя следственного отдела по городу Сургут, майор юстиции. Вот за счет вот таких отказных, за счет укрывательства совершенных преступлений, они улучшают статистику и тем самым зарабатывают себе новые звездочки. Я так предполагаю. Вот больше всего, вот он всех превзошел в своих ответах. Ладно, там Бабушкин, да, вот две строчки, вот полноценный ответ присылает, в кавычках, конечно. Мотивированный полноценный ответ, хоть что-то прислал. Что делать, Евдокимов? Второму адресату сообщается, что в указанных в вашем обращении обстоятельствах заведомо не усматриваются признаки какого-либо преступления. Заведомо не усматриваются. И вот такие отписки он присылает по каждому моему заявлению о совершенном преступлении. Напали на журналиста, заведомо не усматриваются признаки какого-либо преступления. Приставы скидывают женщин со скамеек, заведомо не усматриваются признаки какого-либо преступления. И вот такой ответ у него на любое мое заявление о совершенном преступлении. На любое. Вот Ширяева говорит, что это все мотивированные и полноценные ответы. Уважаемый суд, прошу вас отказать по административному исковому заявлению в полном объеме, потому что факты, указанные в нем, не подтверждены. Председательствующий исследует материалы дела, 6 обращений до таких-то, как имел в виду 6 обращений, но тем не менее он прикладывает материалы искового заявления на ваши обращения, года давался прокуратуре ответ. Я так понимаю, это к делу не относится. Те ответы, которые были предоставлены, пишет прокурор города, ваше обращение 26 марта направлено через интернет-сайт прокуратуры 4 апреля, поступившее с прокуратуры рассмотрено, поступившее с прокуратуры округа обращение 24 апреля, нарушение порядка рассмотрения граждан в РИО начальника Сургута установлено. Что или это все?
Просто мне непонятно. Вот мне тоже непонятно. Вот Шерстобитов, ты вообще что тут написал? Ты сам-то понял, нет? Лукьянов, мы каждую жалобу здесь приобщали, поскольку в своем ответе ссылались на то, что доводы ранее проверялись и ранее по ним давались ответы. Соответственно, мы приложили копии надзорного производства по ранее рассмотренным обращениям, где рассматривались доводы заявителя. Это и обосновывает выводы прокурора города, что уже проводились проверки по доводам заявителя. Я не могу. Мы каждую жалобу здесь приобщали, поскольку в своем ответе ссылались на то, что доводы ранее проверялись и ранее по ним давались ответы. Соответственно, мы приложили копии надзорного производства по ранее рассмотренным обращениям, где рассматривались доводы заявителя. А Лукьянов, что-то я не пойму, вы что вы это как-то... Сами понимаете вообще, что вы пишете и говорите? Это и обосновывает вывод прокурора города, что уже проводились проверки по доводам заявителя. А где документы? Где доказательства, что вы мне отправляли все это по почте? Или на электронный адрес? Или Почте России? Мне вообще главпочтам бы дал ответ, что ни одного письма в мой адрес за более чем год не поступало. Ни от кого. Вот ответ от почтамта. За период с 01.05.2018 по текущий момент администрация Сургутского почтамта сообщает в информационной базе ЯС ОПС отделение почтовой связи 628-405 Сургута почтовые отправления, адресованные на ваше имя, поступление не значится. Нету ничего. Они тут расписывают, все вам направлялось. Так и где это все? Где доказательства? Шерстобитов переспрашивает. То есть они, получается, повторяются по ранним жалобам. Да, совершенно верно. То есть я жалуюсь на то, что мне по ихнему выходит, что я одно и то же постоянно шлю. Которые разрешались ранее, Ширяев добавляет. Лукьянов, в этих шести жалобах лишь одна поступила 9 октября 2019 года на действия Кондрашова. Именно, это начальник полиции города Сургут. Именно по ней проводилась проверка, и ИСУ было сообщено, что нарушений закона в действиях Кондрашова выявлено не было. Вы не просто должны были сообщить, вы должны были вынести определение об отказе возбуждения уголовного дела. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Где это постановление? Кто такой Кондрашов и какие приписки он к законам делает? Я разъясняю в этом видео, можете посмотреть. Называется законотворчество по статье 286 УК или новый начальник полиции города Сургут. Все тут рассказываю, поясняю за 20 минут, что он нарушил и что в его действиях есть признаки совершенного преступления. А они этого не усматривают. Вообще ни в какой. Председательствующий. Речь как раз и идет о проведении ОРМ. Лукьянов, да. То есть он, Лукьянов, намеренно вводит в заблуждение суд. Речь в заявлении идет о том, что он превысил должностные полномочия. Совершил, в его действиях присутствуют признаки совершенного преступления. А Лукьянов пытается убедить суд в том, что речь идет о проведении ОРМ. Шерстобитов делает какой-то странный вывод. По этим основаниям мы и проводим закрытое судебное заседание. То есть из-за того, что Кондрашов занимается законотворчеством и в его действиях присутствуют признаки совершенного преступления, именно поэтому мы проводим закрытое судебное заседание. А, ну правильно, как говорится, без палева. Не хотите освещать данную проблему. Точно так же, как вы не хотите освещать заявление о совершенном преступлении в отношении Шерстобитова. Потому что в его действиях уже много раз были обнаружены признаки совершенных преступлений. Ширяева, ваша честь, еще хотелось бы дополнить инструкция о порядке рассмотрения и обращения жалоб граждан не накладывает запрета на дачу одного ответа на несколько обращений. Это что значит, что если вам поступит вот такая стопка, да, от одного человека, заявление о совершенных преступлений, то на них, в принципе, можно, то законодательство вам не запрещает ответить вот так вот двумя строчками, да? Или нет, даже вот так вот. Заведомо не усматриваются признаки какого-либо преступления. Вот. Вот это все заведомо не усматриваются признаки каких-либо преступлений совершенных. Заведомо. Если в одном периоде поступают несколько обращений и их доводы ранее были разрешены, то ни инструкции, ни федеральным законом не запрещено давать один ответ на несколько обращений. Ну ничего, ребята, я рано или поздно доберусь до законодательства, и мы всеобщими усилиями поменяем вам все законодательство. Главное, чтобы все жалобы были проверены, все доводы в ответе отражены, результаты проверки. Ранее давались ответы в этом ответе. Также есть упоминание о том, что ранее по аналогичным доводам уже давались мотивированные ответы на те обращения и на те доводы, которые вновь поступили. А если, как сказано в инструкции порядке рассмотрения жалобы и обращения граждан, значит заявитель указывает
те же доводы, которые проверялись, то как раз такие административный истец говорит, что угрожали ему окончанием переписки. Что они тут имеют в виду? Когда мне поступает вот такая отписка, что нарушение не установлено, да, я пишу тут же жалобу в порядке УПК 124, что на самом деле никакой проверки не проводилось, заявление о совершенном преступлении укрывается от учета, они рассмотрели как простое обращение и требуют это вынести, рассмотреть именно в порядке УПК 144-145, требую предоставить постановление согласно законодательству об отказе возбуждения уголовного дела, либо возбудить уголовное дело. Я просто обжалую вот эти их отписки. А они это представляют, что типа я то же самое присылаю, теми же доводами. И угрожает мне это прекращением переписки. Как видно со всеми, вот дальше Шерстобитов вообще чушь пишет. Как видно со всеми ответами и документами, которые вы направляли Булгакову, последний был ознакомлен. Где доказательства? Доказательства, где документы? Я уже показал доказательства, что мне ничего не направлялось. Где ваши доказательства? И на все это обращение, и на все его обращения были даны мотивированные ответы. Не, ну это шедевр просто. Во! Во! Мотивированный ответ от Бабушкина. Во! Эталон. Эталон мотивированного ответа. И обоснованно. Который имеется в приложении к исковому заявлению. В подтверждении этому оглашено заместителем прокурора города Сургут Лукьянов. То есть со слов не приложены документы в подтверждение, а со слов оглашено. Суд верит оглашению. Каждой жалобой из шести представлено, по каждой из них дан мотивированный ответ прокуратуры. У суда вопросов к ответчикам нет, так как административный тест отсутствует. Суд предлагает перейти к судебным прениям. Естественно, что без меня, что. В судебных прениях слово предоставляется представителю административного ответчика Ширяева Ирина Петровна в удовлетворении требований административного истца отказать в полном объеме по доводам, изложенным нами ранее. Лукьянов поддерживаю, в исковых требованиях отказать. Так, Шерстобитов объявляет об окончании судебных прений. Резолютивная часть решения оглашена в 18 часов 09 минут 28 ноября 2019 года. В зале судебного заседания. Так, Шерстобитов разъяснил лицам, участвующим в деле, содержание резолютивной части решения суда, срок и порядок обжалования решения в окончательной форме. Так, Шерстобитов разъясняет лицам, участвующим в деле, что мотивированное решение будет изготовлено в день принятия и незамедлительно направлено участникам процесса. Шерстобитов разъясняет лицам, участвующим в деле, право на ознакомление с протоколом судебного заседания и подачу замечаний на протокол в течение 5 дней со дня подписания. Подписали они 28 ноября, а прислали спустя 78 дней. Само решение я получил спустя 14 дней после проведения судебного заседания. Вот смотрите, 13 декабря 2019 года. Это поступило на почту. Даже если учесть, что они его сочинили 9 декабря, то все равно сроки в 5-дневные они не уложились. А получил я его 14 декабря. Вот номер отслеживания, можете сами проверить. Почему они его раньше не отправили? Ну, понятное дело. Они все никак не могли его сочинить. Это же дело каши, прозванное в народе. Что они его никак не могли приготовить сначала для ознакомления. В одном решении готовили 14 дней, а там протокол 78 дней готовили. Судебное заседание объявлено закрытым 18.10, 28 ноября. В росписи нет, печати нет, но подписано в электронном виде через ГАЗ правосудия. Я думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что данный протокол является в чистом виде сочинением трех должностных лиц, как минимум, и абсолютно не соответствует тому, что происходило на самом заседании. Данный факт подтверждает видео, которое содержит аудио до нашего удаления из зала. Народ, прошу распространить информацию. Народ должен знать своих героев в кавычках. Единственное, чего они боятся, это огласки и освещения. И народ, каждый из вас, если не согласен с действиями должностных лиц или служащих, вы каждого из них можете вызвать в суд всего за 300 рублей. Оплачиваете госпошлину, готовите иск, подготавливаете все доказательства и подаете в суд. При этом подаете ходатайство о ведении аудио-письменного и видеопротокола и снимаете все на видео, прямой эфир. Каждого, кто нарушает клятву и присягу, можно вызвать в суд всего за 300 рублей. Увидимся в суде. Всем пока.